Эфир 24 KZ продолжает выпуск новостей. В студии Птагуса Аркулова. Здравствуйте. По делу о поджоге дома семьи погибшего 16-летнего Шерзата Пулата в Талгарском районе изъяты все улики и проводятся экспертизы. О ходе расследования по факту поджога рассказали первый замминистра внутренних дел Баужан Аленов и прокурор Алматинской области Берик Адамов. Известно, что в доме, где произошел пожар, семья не проживала. Их фактическое место жительства патрулируют сотрудники полиции, сообщил Аленов. Также по информации с 4 октября, то есть с момента совершения преступления, в районе работает следственно-оперативная группа центрального аппарата МВД. Проводят тщательную отработку по месту совершения преступления, изучают записи с камер видеонаблюдения, проводят обход. Также проверяются подотчетные лица. Все следственные действия находятся на моем контроле. Соответствующий надзор осуществляется. Все ходы расследования я докладываю лично генеральному прокурору. На сегодняшний день специальные прокуроры расследуют факт о поджоге дома. С места изъяты все улики. По этим уликам назначена соответствующая экспертиза. Мы ждем результаты экспертиз, после будет дана дополнительная информация. Следственными действиями последующими в ближайшее время при дополнительной информации мы вам сообщим отдельно. Холодная погода сохранится в ближайшие дни на большей части Казахстана. На юге и юго-востоке страны прогнозируют дожди с грозами. На севере снег, метель, местами гололед. В западных регионах осадков не ожидается. В столице столбики термометра опустятся до минус 3 градусов. На данный момент для обеспечения безопасности на автодорогах республиканского значения задействованы 136 человек и 115 единиц техники. Во всех регионах страны службы перешли на зимнее содержание дорог. Более подробно о текущей ситуации поговорим с официальным представителем Казавтожол Сакеном Дильдахметом. Сакен, здравствуйте. Добрый день. Скажите, какая сейчас ситуация? Есть ли перекрытые участки? На данный момент во всех республиканских дорогах движение открыто. Последние два дня мы закрывали в Карагандинской, в Акмолинской и Павлодарских областях, потому что снег резко пошел, температура упала, был гололед. Для безопасности пользователей дорог мы принимали такие решения. На данный момент в республиканских дорогах работает 115 дорожников, 136 техники, чистят дорогу от снега. В принципе, мы приступили к зимнему содержанию дорог. А какие сейчас прогнозы, учитывая погоду? По прогнозу Казгидромета сейчас в основном во всех регионах будет сохраняться холодная температура. Возможно, местами будет снег. Мы полностью смотрим погодные данные. В принципе, во всех республиканских дорогах мы уже приступили к зимнему содержанию дорог и уже в этом направлении мы работаем. Сакен, скажите, по какому номеру могут обратиться водители, которые сейчас собираются в дорогу? То есть для уточнения ситуации, прогнозы, чтобы узнать. Да. Но в первую очередь в зимнее время мы всегда рекомендуем водителям в первую очередь подготовить автомобиль к зиме, поменять шины, поменять масло, взять всю необходимую вещь, там теплую одежду, да. И любой пользователь дорог может позвонить на бесплатный номер колл-центра 1403. Наши специалисты круглосуточно работают, обеспечивая всем водителям информацию, где дорога открыта, где закрыта, по платным участкам. Каждый водитель может обратиться по этому номеру. Также я хочу добавить, что мы в этом году запустили сайт castol.kz. На 17 платных участках мы установили 74 видеокамер, которые любой человек может посмотреть онлайн-трансляцию, может узнать состояние дорог, если есть снег там, да, если есть там пробки полностью. Сейчас мы полностью занимаемся цифровизацией дорог, и, в принципе, это очень хорошо помогает именно зимний период. Сакен, пункты обогрева все готовы, все работают?
Да, сейчас мы все подключаем уже к зиме, потому что мы летнее время по закупу техники, по закупу необходимых там песка, все подготовили, сейчас уже приступили к работе. Также хочу отметить то, что в этом году в рамках реконструкции основных дорог мы вдоль республиканских дорог установили санитарно-гигиенические узлы, где есть теплые туалеты, где можно зайти, там в холодное время попить кофе, да, покушать. Сейчас мы полностью развиваем придорожную сеть, чтобы круглый год для пассажиров и водителей было удобно. Сакен, спасибо большое. Напомню, на прямой связи со студией был официальный представитель Казавтожола Сакен Дильдахмет. Теперь о событиях в мире. 7 человек погибли в результате шторма в бразильском штате Сан-Паулу. Уточняется, что 3 скончались в результате обрушения стены, на других упали деревья. Проливные дожди и сильный ветер охватили больше 90 муниципальных штатов. В городах Бауру, Диадема и Сан-Паулу объявили наивысший уровень опасности. Там порывы ветра достигают 100 км в час. В населенных пунктах повреждены линии электропередачи. Свыше 2 миллионов человек остались без света. Пострадала также жилая инфраструктура. Власти призывают жителей не покидать дома и соблюдать повышенную осторожность. США разместят в Израиле американскую систему противоракетной обороны, сообщает Times of Israel. Комплекс предназначен для перехвата баллистических ракет малой, средней и промежуточной дальности и поражает цели на расстоянии до 200 километров. Таким образом, в стране готовится к ответу на недавнюю атаку Ирана на Израиль. Предположительно, как пишет издание, управлять комплексом будут американские военные. При этом в Минобороне США заявили, что вопрос еще обсуждается и окончательное решение впереди. Отмечу ранее, западные СМИ сообщали, что в качестве ответных мер Израиль может нанести удары по нефтяным и ядерным объектам Ирана. ООН планирует отправить 67 тонн медицинских товаров в Ливан до конца этой недели. Предполагается, что этого объема помощи будет достаточно, чтобы оказать неотложную помощь 700 тысячам человек в течение следующих 3 месяцев. Накануне Турция доставила по морю в Ливан 300 тонн гуманитарных грузов. Это продовольствие, лекарства, гигиенические наборы, палатки, кровати и одеяла. Между тем, в ООН опасаются, что ситуация в Ливане может стать аналогичной кризису в секторе Газа. В настоящее время уже больше 30 центров первичной медико-санитарной помощи страны закрыты, а больше миллиона жителей внутренне переместились. Около 1000 школ переоборудовали в убежища. Напомню, наземные силы ЦАХАЛ вошли в Ливан 30 сентября после ракетных ударов Хизбаллы по Израилю. Больше 400 тысяч человек вынуждены бежали в Сирию. А сотни палестинцев покидают районы на севере Газы после приказа армии Израиля об эвакуации. Распоряжение ЦАХАЛ затронуло несколько лагерей в городах Джабалия, Бейт-Ханун и Бейт-Лахия. Там, по оценкам ООН, больше 400 тысяч палестинцев оказались заблокированными в результате продолжающихся военных действий. Часть жителей отказываются эвакуироваться, считая, что в анклаве больше не осталось безопасных мест. Об этом сообщил глава Ближневосточного агентства ООН. В центральной части анклава ведутся атаки с воздуха. Накануне в результате израильского авиаудара по школе и лагерю беженцев Нусейрат в центре Газы погибли 35 человек, включая женщин и детей. Еще полсотни получили ранения. Всего спустя год войны в секторе Газа скончались больше 42 тысяч палестинцев, сообщает местный Минздрав. В Иране введен запрет на пронос в самолеты всех электронных средств связи, кроме мобильных телефонов. Об этом заявил официальный представитель Организации гражданской авиации страны. Ограничение распространяется на любые электронные устройства, в том числе провозимые в багаже. Это объявление прозвучало на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке после ракетного удара Ирана по территории Израиля в начале октября, а также после массового подрыва пейджеров в Ливане в прошлом месяце. Напомню, тогда в стране сдетонировали устройства радиосвязи, в результате чего погибли 37 человек. Ранения получили еще 4 тысячи. Власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Государство, в свою очередь, причастность не подтвердило. Причиной взрыва на автозаправочной станции в Грозном, где погибли 4 человека, могло стать нарушение техники безопасности. Предварительную версию случившегося передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
Напомню, пожарный АЗС начался при перекачивании топлива из газового в резервуар заправки. Известно, что сначала сотрудники станции пытались потушить пламя своими силами, но произошел взрыв. Загоревшуюся цистерну отбросило на сотни метров в сторону жилых домов. В результате погибли 4 человека, среди них 2 детей. Еще 5 пострадали. Кроме того, огонь перекинулся на соседние постройки. В результате общая площадь возгорания достигла 900 квадратных метров. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Стало также известно, что на заправке ранее уже выявляли нарушения техники безопасности. В школах США запустили пилотный проект, направленный на профилактику и снижение случаев массовых убийств в образовательных учреждениях. На специальных занятиях детей учат распознавать признаки социальной изоляции, которая часто предшествует актам насилия. Программа уже нашла положительный отклик у сотен учеников. Подробнее в нашем следующем сюжете. В школах Нью-Йорка внедряют уникальный проект по профилактике массовых убийств. Занятия проводят тренеры некоммерческой организации Sandy Hook Promise, которую основали родители погибших учеников. По словам директора программы Кристала Гаранта, чаще всего такие атаки можно предотвратить, если вовремя обратить внимание на тревожные сигналы в поведении человека. Благодаря нашей программе нам удалось предотвратить 16 потенциальных случаев стрельбы в школах. Все потому, что мы обучаем учеников и педагогов понимать и распознавать признаки насилия, которые могут предшествовать трагедии. Они могут сообщить о каких-то тревожных сигналах взрослым или работникам администрации школы. Уже после ребенку будут помогать не только психологи, но и сами ученики. Эта программа была запущена после трагедии в начальной школе Сэнди Хук. Родители, потерявшие своих детей в той перестрелке, стали работать вместе, чтобы предотвратить в будущем подобные инциденты. Мы провели специальные исследования, которые показали, что если человек долгое время находится в изоляции и оторван от общества, это может привести к плохим последствиям. Он способен причинить вред как себе, так и кому-то другому. Наша задача – создать общество, в котором и ученики, и педагоги будут внимательными и терпимыми друг к другу. Трагедия в школе Сэнди Хук произошла в 2012 году. Тогда от рук 20-летнего стрелка Адама Питера Лэнза погибли 27 человек. В память о случившемся родители основали организацию по профилактике насилия. Эксперты программы, в число которых входят профессиональные психологи, выяснили, что ребенок, который чувствует себя одиноким и оторванным от общества, чаще всего склонен к проявлению насилия. Тренинги помогают создать позитивную атмосферу в учебной среде. Меня зовут Норелли, мне 12 лет. Я хочу сказать, что проект очень полезен для нас. Он учит определять, чувствует ли кто-то себя одиноким и какую помощь мы можем ему оказать. Мы внимательно относимся к новым ученикам, потому что у них нет друзей и им сложно адаптироваться. Мы стараемся больше общаться с ними. Меня зовут Джон, мне 13 лет, и мне очень нравится эта программа. Она помогает мне и моим друзьям создать безопасную среду обучения в школе и дать всем учащимся возможность почувствовать себя частью школы. В прошлом году в школах США произошло 346 случаев массовой стрельбы. В них погибли 57 человек. По официальным данным, в среднем каждый день там фиксируют по одному аналогичному инциденту. Асель Абдыкалыкова, 24 КИЗ. Продолжаем выпуск. Больше 200 проектов по программе «Аул Аманата» реализовали в Северо-Казахстанской области. Для этого из республиканского бюджета выделили почти 2 миллиарда тенге. Господдержка в виде льготного кредитования помогла реализовать сельским предпринимателям бизнес-инициативы, что в свою очередь позволило создать в селах новые постоянные рабочие места. Программа «Аул Аманате», которая предоставляет льготные займы по 2,5%, помогла осуществить давнюю мечту. Сельская бизнесвумен Айман Бальдильдаева получила льготный кредит и первой в селе Бесколь открыла автомойку самообслуживания. Приобрели оборудование, итальянское оборудование для приобретения, для открытия автомойки самообслуживания. Очень довольны, в данное время работает, окупается. И как бы проценты по 2,5 это очень выгодный. И рабочие места, и жители довольны. Вместе с автомойкой предприимчивая женщина открыла еще магазин автозапчастей и шиномонтаж. В будущем планирует расширить бизнес и построить кафе. Таких проектов много в Северо-Казахстанской области. Программа «Аул Аманате» набирает популярность среди сельских жителей, считает представитель социально-предпринимательской корпорации Талгат Жумабеков. В прошлом году нами было профинансировано 236 проектов на общую сумму 1 миллиард 800 миллионов тенге.
Это такие проекты, как животноводство, сфера услуг, грузоперевозки, ну и другие бизнес-направления. Реализация бизнес-проекта формирует не только малый бизнес в сельской местности, но и стимулирует развитие рынка труда. Благодаря госпрограмме в прошлом году в североказахстанских селах трудоустроилось почти 300 жителей. Ербул Абишев, Айдарбек Айтмухамбетов, Куаныш Казбеков из североказахстанской области, 24 KZ. А Туркестанская область испытывает дефицит квалифицированных гидов. Региону для встречи иностранных туристов нужны кадры-полиглоты. Востребованы специалисты, знающие не только английский, а также китайский и испанский языки. К примеру, в Туркестане уже стал звездой охранник мавзолея, свободно рассказывающий про экспонаты туристам на иностранном языке. Катерина Попкова побывала на его экскурсии. That was built in the 1166, immediately after death of Khoja Aknap Yesawi. Герой нашумевшего видео – 55-летний Шер Ильясов. Он работает охранником мавзолея Хаджа Ахмета Исави. Но это не мешает ему с удовольствием рассказывать туристам историю памятника, причем на превосходном английском. Всю нужную информацию я получаю через телефон, будь то видео, книги или фильмы. Раньше говорили, путник – это гость. Когда иностранцы приходят, они часто смущаются. Но я же знаю язык, а мы казахи – гостеприимные люди. Спрашиваю их на английском, они радуются. Летом в основном ищут воду или еду. Я показываю, где можно вкусно поесть. Гид-охранник выучил английский язык самостоятельно, и на это у него ушло несколько лет. Шер Ильясов уверен, при желании возможно все, чем и вызывает восхищенные взгляды знакомых и друзей. Я каждый день фотографирую туристов. Вижу, что этот человек сам встречает иностранных гостей и проводит для них экскурсии. Никогда не просит за это денег. Объясняет все на английском языке. В прошлом году Туркестанскую область посетили 800 тысяч туристов. Растет и поток иностранных гостей. Сфера столкнулась с нехваткой профессиональных гидов, способных оказывать качественные услуги, отмечает руководитель отдела по туризму Дархан Асанхан. С увеличением числа туристов каждый год наблюдается нехватка гидов. Не хватает профессионалов, которые могут предоставлять информацию на высоком уровне. Часто возникают проблемы с неправильной подачей информации. Поступают жалобы. Профессиональный экскурсовод Исмаил Омаралиев утверждает, что настоящих профессионалов можно пересчитать по пальцам. Говорит, сейчас увеличивается спрос на полиглотов. Сейчас востребованы китайский и испанский языки. Мы активно ищем и готовим специалистов. У нас нет ограничений. Мы организуем экскурсии как в Туркестанской, так и в Жамбылской области. А теперь и в Кызылординскую область выезжаем. В регионе утвердили дорожную карту по развитию туризма. Планируют и дальше улучшать инфраструктуру туристических объектов. В приоритете повысить качество обслуживания. По словам руководителя управления туризма Нурдаулета Медеова, необходимо запустить единую систему мониторинга туристов. Все работают по-своему, без единой системы. Если мы продолжим в том же духе, мы сами уничтожим наши туристические объекты. Но если мы создадим единую систему и улучшим инфраструктуру, то в будущем сможем привлекать больше туристов, обеспечивать их безопасность, поддерживать чистоту объектов и учитывать количество посетителей. Сейчас, по данным управления, предприниматели готовы вкладываться в туриндустрию. С начала года в область уже привлечено 41 миллиард тенге инвестиций, а до конца года планируют довести эту цифру до 50 миллиардов. Катерина Попкова, Жандос Жумабек, Ербулат Абиш, Туркестан, 24 KZ. Жительница Актау создала палеонтологическую экспозицию прямо у себя дома. Евгения Лукьянченко собирает окаменелости древних животных и растений, живших на Земле миллионы лет назад. Аммониты, морские ежи, моллюски гастроподы, зубакул. В ее коллекции уже больше 100 экспонатов, которые она нашла в степях Мангостау. В планах девушки увеличить количество своих уникальных находок и создать в области палеонтологический музей. Рядом с портретами собак и кошек, которых когда-то стригла грумер Евгения Лукьянченко, расположилась палеонтологическая экспозиция. На полках окаменелости, которым десятки, а то и сотни миллионов лет, собирать зубы акул, панцирь морской черепахи и клешни древних ракообразных девушка начала 2 года назад. Приходится много читать научной литературы и изучать не только историю, но и геологию. Если она не может определить вид и возраст своей находки, то берет онлайн-консультации у сотрудников музеев и других любителей палеонтологии. Позвонок плезиозавра, позвонки китов, позвонки рыб, королевской макрели, позвонки акул. Самая моя интересная находка – это целый позвоночный столб кита,
от первого позвоночного до последнего хвостового и одна ласта. Ему 23-28 миллионов лет. Это палеоген, олигоцен, хадский ярус. А самая редкая и самая интересная находка у нас в Ангистау – это зуб плезиозавра. Это синаманский ярус, мел, 93-100 миллионов лет. Миллионы лет назад Мангистауская степь была дном древнего океана Тетис. До сих пор здешние места хранят множество исторических тайн. Чтобы разгадать их, Евгений отправляется за сотни километров от Актау. В дороге ее сопровождает муж, который когда-то увлекался археологией, а сейчас стал надежным помощником. Максим Лукьянченко рассказывает, что в год они совершают до 50 поездок в степь. Я помогаю жене технически, собираю машину, подготавливаю ее, ищу маршруты, по какому едем, куда едем, потом приезжаем на лагерь, разбираю машину, палатки, помогаю с находками, приношу, отношу домой, когда привозим, я их мою, чищу, собираю, склеиваю. Я археологией когда занимался, там монеты одни и те же, в основном у нас советские, царские, там небольшие есть это времена, а так... А палеонтология очень интересная, что все разное. Семейная пара планирует открыть выставку древности Мангистау. Еще одна мечта Евгении – получить профессию палеонтолога. Тамара Степанова, Саламат Бикбаев, Актау, 24KZ. Американский миллиардер Илон Маск презентовал гуманоидных роботов «Оптимус», разработанных принадлежащей ему компании «Тесла». Человекоподобные машины могут выполнять различные задачи – от ухода за детьми и выгула собак до стрижки газонов и покупки продуктов. Робот ростом с человека и способен поднимать до 20 килограммов. Его предварительная стоимость – 30 тысяч долларов. По словам Маска, в будущем таких роботов сможет позволить себе абсолютно каждый человек. Умных помощников планируют запустить в массовое производство в 2027 году. Пока же их будут использовать только внутри компании Tesla, в том числе на заводах, заявил бизнесмен. И о спорте. Казахстанский боец Шавкат Рахмонов сразится за титул чемпиона UFC 8 декабря в Лас-Вегасе. Его соперником станет действующий чемпион в полусреднем весе, американский боец Билал Мухаммад. Глава UFC заявил, бой покажет, сможет ли Билал укрепить свое наследие или Казахстан получит первого в истории чемпиона мира. Напомню, свой последний бой Шавкат Рахмонов провел в декабре прошлого года. Тогда он встретился с американцем Стивеном Томпсоном и одержал свою 18-ю победу. К этому часу у нас все. Больше новостей на нашем официальном сайте 24.kz. Всего доброго и увидимся в 16:00.